Всем привет! В походных условиях хотелось бы сообщить о том, что появилась новая прошивка глобальная на Ми 6. Она у нас 10.4.2.0. Стабильная, и в ней были произведены некоторые изменения. Изменения глобальных 2. Первое — это то, что пришла прошивка. Второе изменение — это патч безопасности за июль 2019 года. И защита приложений. Добавлена возможность блокировки контента Google. То есть война выходит на новый уровень, на новую стадию. Теперь для того, чтобы блокировать рекламу Google, можно использовать стандартные настройки. И также выключать ненужные приложения гугловские, если они вам не нужны. Пользуйтесь, проверяйте свои обновления. Также обещали доработать громкость при разговоре во время звонка. Проверим, посмотрим. Раньше для этого нужно было переключать регион на стабильный, на моей. Как будет сейчас? Покажет только время. Вот, патч безопасности, это, конечно, хорошо. Но июль прошел уже давным-давно. Вот, и могли бы поторопиться в начале августа хотя бы его включить. Вот. Всем, кому было интересно данное видео, всем пока. Оценивайте это видео лайком либо дизлайком, пишите свои комментарии.